Счастья, здоровья, удачи, приятного просмотра. И, конечно же, гиролетчик вылетает. Сука, блядь, сейчас буду летать и убивать, пацаны, поверьте. Deutschen Flugzeug, Sicht Drifte, Deutschen Piloten. Кстати, я минера не зря забанил. Даже за мысли о минере, понимаете, выдается бан и репорт сразу же, чтобы патруль забанил аккаунт на всю жизнь. Я бы, если бы меня возьмут в патруль, я буду банить аккаунты всех игроков, которые пикают минера. Вот честно скажу, я сразу сознаюсь. Всех забаню нахуй. Потому что я буду просто репортить нахуй. А чё я могу лича заебашить, а остальных не могу? Чё за хуйня? Так, ну стоим против СФа, очевидно. Я обожаю стоять гирокоптером против СФа, поэтому я и взял, собственно, гирокоптер. Коптера. Так, у него обсервер на миде, я знаю о нем. Я помню, что он был с обсервером, и он обстоял на мой хайграунд. Не, ну под волшебством. Под волшебством я его переиграл. Сейв летит, да? Подсейвил? Подсейвил? Не слышу. Сейванул, Вась? Где СФ? Не вижу. Не убьет. Сосать. Подсейвил, не? Блять, убил СФа дважды. У него 7-й, у меня 7-й. Дота. Габен, почини доту. Просто сделай эту игру для скилловых мужчин. Не буду ульту тратить даже. Этот молодой готов. Байбекнется, не? Как думаете? Можно было вообще на скелет сыграть, сейчас капли выложить перед его убийством, чтобы один заряд не тратить. Он ульту вкачал. Он ульту вкачал, у него ульта на 7-м левеле, чтобы меня отпугивать. Бля, у него ПТ-ха ботл. Откуда он фарм берет? Я ульту скинул, чтобы зафармить эту башню. Я надеялся, что у него нет глифа. У него глифа и не оказалось. То есть, типа, иначе он бы подошел, сейчас заденаил бы башню. Нафиг она мне надо. СФ, кстати, через ШБ играет. То есть, это не тот самый, знаете, СФ, к которому мы привыкли в последнее время. Вот эти вот Юла. Юла, блинки. Это ШБ. Бля, мы еще выигрываем как-то по счету с минером в команде. Забавно. Там СФ кого-то убил. Ебут сокоты, блядь. Ну я умер, тут трое было, я двоих соло убил. Оу, матовый. Троих разъебал в соло. Минус 2 сделал, но на СФ очевидно не хватило. Бля, у меня такое ощущение, что эта игра минут на 60, ребят. Есть предчувствие, что замечательная катка будет. Тупо минуток на 60. Вот тебе трек, без клипов или... Надеюсь, тебе понравится хоть как-то эти... Ну давай. Значит, какая бабка? У них бабка есть? Бля, ну он очень жирный. Я не пошел дальше. СФ с ШБ с Драгонлэнсом. Все видят. Мне кажется, ты переплюнул дворец. Осуждаешь меня, тебя раз. Осуждаю быдло на донатере, блядь, за высказывание, сука, быдло. Неадекватное. Рот твой шатал, блядь. Здорово. Быдло. Сегодня... Переворачивал тебя и снова шатал. Быдло на донатере. Скажи, что собирал. Боже, как же я... Сука, блядь, как я... Переиграл. Четверых в одной игре. Четверых. Четверых. Все видели, зафиксировали. Просто развел на всю хуйню. Сейчас меня стримсайтер на СФ убьет. Делайте скриншоты. Я просто проходил эту игру, и я знаю, что СФ со стрима. Ну, взял чисто меня заснайпил, взял СФа на мид, а подливился, получил пизды. И сейчас будет меня снайпить, бегать в инвизе. Что происходит, блин? Телега пошел Рошана фармить. Ну это байт на Урсу. Скорпа захуярили. У тебя точно усики, что шокотать половые губы, пока своим шершавым языком клитер полизываешь. Блять, я не понимаю, почему это быдло пришло ночью, блять. Чё вам не спится? Вас родители спать не уложили или что? За хуйню вы несете? Бля, вообще БКБ надо делать, по-хорошему. Потому что там стрим-снайперы, они будут меня все слышать. Дровострее пиздались. У тебя на лице волосы. Блять, отъебись от меня своей хуйней. Долбоёб на донатере. Бухал.
я фулл ДПС выдал. Не знаю, где команда. Выдал Скорвали. Все. Скорпиона ФК. Какой-то пиздец играет. Гачи, блядь, пришли. В наш дом. Ебать, у нас два башмака на Рубене. Красава. Чисто не зассал и обулся. Хорошие мины у нас. И пошел в ад, прыгнул. Ебать, а чё такие кофе бесконечные? А, это Рубик подсобил. Не успел сгенерировать. Блять, ну и команда у меня, ёбаный стыд. За что? За что вообще мне их дало? По-моему, нам пизда, пацаны, с такой игрой. У нас катка минут на 60, по-моему. Потому что мне кажется, мы еще хайграунд будем дефать очень долго. Поэтому можно идти. Можно идти фармиться. Я бы тир 1 не дефал, и тир 2 тоже, пацаны. С нашей игрой можно тир 3 дефать. Кто знал, что он тут? Там Клок ебало бьет. Набил ебало тупо молодым. А ну-ка, стата команды. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 0, 10. Ебать. А что не так с нами? Да похуй, блядь, за короля, нахуй, за моего отца, блядь. А где кого-то не хватает еще, не? Опа, 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 размансовка. Размансовка пошла. Распальцовка, блядь. Мансы, романсы, ебать, сюда нахуй. Мансую. Бля, в меня настреливает старуха, ебать. Да не, надо уебывать. Ну давайте кого-нибудь там ловите. Станы, хуяны, подкопы, блядь, перекопы, блядь. Ракета пошла. Вот это размансы, ебать. Ракета вот этого, давай, блядь. Даст ты, хуясты. Ракета пошла за ним. За ним тупо родимая. Родимая за ним едет. Хорош. Бык-бык-бык. Соло, не глядя, убил. Понимаете? Не смотрел даже, где он. Просто выебал. Блядь, стаков много на мне. 528. 528 Ты, стаков блядь. Урона. Надо кирасу делать. Бабочка хуйня в этой игре. А вот кираса может зайти. Блядь, мы как-то еще отдефали. Ну, опять же, тут враги, видите? Враги сами зафидели. Они сами на кураже побежали куда-то под тир 2 там против минера. Что-то... Хотя минер вообще ничего не делает, но... Все же, куда-то побежали, сломя голову. Просто на ровном месте отдали Аегис, отдали все преимущество, походу. Понимаете, заставили меня даже БКБ на гирокоптере делать. Я на гирокоптере БКБ делаю в одной из 100 игр, и это именно она. Еще одна. Даст есть? У врагов есть, понял. У врагов даст и есть, а у нас даст там нету. Я бэкну, наверное, там Клок с бэйбэка, урта резнулся, нахуй не надо. Пацаны решили попиздиться, поэтому я желаю им удачи, конечно же. Но если Джага подойдет, будет заебись. Да, чуть-чуть, либо времени. Дерусь как мужчина. Ну хули, я что, хуже команды своей, они пидят, и я пойду. О, СФ уебал в соло. Джага с ультом сейчас что-то выпулит. Ля-л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 я
называется Джиггернаут с мантой, и это, а тут у нас минки ставятся. Минки ставятся, это хорошо. Сейчас можно будет их проебать, например. Враги уже все поняли. Бабка взорвет, не взорвет. Взорвал, нихуя себе. Не, нормально подрались, но у нас у Джаггера, пацаны, сборка хуйня. То есть я не понял, зачем здесь манта, но типа там сайленсов нету каких-то там. Ну, манта тут объективно нахуй не нужна. СФ тебя убьет с ульта, либо ты покрутишься, либо ты, ну, доджить здесь нечего, в принципе. Смешно, пиздец. Помогай, слышь, брат. Не пиздец. Хорош! А любит в рот, брат, волосатый. Ебанутые, блядь, на донатерах быдло, блядь, понаприходило, хуету такую пишет. Минеру репорт всегда. По дефолту как-то. Соло! Просто в соло развел на все скиллы и почти выжил. Сатаник чуть-чуть не откдешился. Соло от меня, по-моему. Я, конечно, не эксперт, но это инспектор Солярис. У меня ульти не рисковался. Танкую, танкую. Похуй вообще. Копай этого вакуумника. Сюда, блядь! Соло! Просто в соло! Еще и выбила Егис. Та ты шо, та ты шо. Плюс, чат, если считаете жировика любителем вагинального сока. Пиздец, блять, какие вы больные нахуй! Это просто забей! Урца, бэйбэк, гоу, терпэк.
вы нахер. Ну я меня крипов делаю, что. Просто джаггер, чувак, бегает кругами, блять, от врагов. Врагам похуй на базу, но он сфидел. Просто почему нельзя собраться в пятером и пойти выиграть? Ты просто должен уговаривать команду пойти в пятером, в итоге минер и джаггер снизу умирают. Но у меня крипы есть, типа, ждем джаггера, минера идем. Сейчас умрет еще и Руби, потому что он должен остаться, вот, потому что игра не может закончиться. А пока воскрешается Скорпион и Рубик, умрет Джаггер, и мы в пятером не соберемся. То есть это очень сложно сделать, когда за тебя играют глупые игроки. Потому что они не понимают вообще, что делать, у нас мега-крипы, они идут по одному и фидят. О, теперь мы минера ждем. Пацаны, а можем в пятером пойти или не можем? Оставь, конечно. Все, это как раз замазочная на джаггера, чтобы он пошел и сфидел куда-нибудь. Ну, тут кого-нибудь вырезать. Вырезать кого-нибудь, да? Ну, хорошо, хорошо. С такими артефактами, в принципе, можно вырезать. Разве что на дереве, блядь, слово долбоеб. Сыщик, ищет. Нашел, думает. А, это союзник, ладно. Геликоптер, пойдем девочка. Так, подожди, сейчас мы... Давай подождем Скорпиона и Минера, и все вместе пойдем, а не будем умирать. Они сейчас сюда все тпхнутся. Но они сейчас сюда тпхнутся. Они не могут тпхнуться, это ж нас, наш аванпост. Ну, мы... Ну, они могут сюда тпхнуться. Ага. Мы. Ну, видимо, солевой. Клыки на кого? Трон. Да ну, просолка, боже. Трипл клип. И голый трон. Изи. 26-25, пацаны. Это пиздец какой-то сейчас происходил. Вообще сегодня последние две игры какие-то максимально наркоманские.